Всем привет, с вами канарский айтишник Михаил Шварц. Сегодня я вам расскажу, как поставить мою любимую панель управления сайтами на виртуальный сервер. Панель называется FastPanel. Заходим на ее сайт. Сайт называется fastpanel.direct. Посмотрите, какая она красивенькая. Хочу поставить себе такую же. Для начала нам нужен виртуальный сервер. Мы его возьмем на немецком хостинге. Я на нем хощу примерно половину моих сайтов. Он называется kantaba.com. Возьмем самый дешевый VPS за 4,99. На самом деле с налогами он будет примерно 6 евро. Мы получаем за эти деньги 4 ядра, 8 гигабайт оперативной памяти и скоростные NVMe диски. Хостинг у меня уже куплен. Заходим в панель управления Kantaba. Заходим в раздел VPS Control. Если вы только купили VPS на этом сервисе, то первоначально устанавливаем систему Debian. Нажимаем Reinstall. Выбирая Debian 11.64 бит. Устанавливаем без панелей, генерируем хороший пароль для входа на сервер и нажимаем Installation. Он говорит, что мы все уничтожим, все, что у тебя на сервере. Это займет немного времени, пока установится система на наш виртуальный сервер. Ссылку на этот чудесный немецкий хостинг Kantaba я оставлю в описании к видео. Наш сервер готов. Мы видим статус finished. Теперь запускаем терминал, чтобы подключиться к серверу. Набираем команду ssh root собака и IP-адрес нашего сервера. Нажимаем Enter. Он просит пароль от сервера. Вводим тот пароль, который мы получили от Kantaba, либо ввели сами. Все, мы уже на нашем сервере. Теперь нам надо установить эту красивую панельку FastPanel. На сайте fastpanel.direct заходим в раздел Wiki и попробуем узнать, как установить FastPanel. У нас система Debian 11, мы подходим по системным требованиям. Вначале обновляем компоненты системы. Вводим то, что они просят. Сейчас следующая команда у нас запустить установщик с помощью команды. Копируем команду, вставляем в терминал и нажимаем Enter. Все, установка FastPanel пошла. Опять немного нужно подождать. Панель установилась. Записываем все данные, которые она нам написала. Это URL-адрес, по которому панелька будет доступна, логин и пароль. Заходим по этому адресу. Пишет, что соединение у нас не защищено. Так и есть, потому что мы не поставили сертификат безопасности, но это не важно. Вводим имя и пароль. Теперь у нас панелька просит лицензию. Лицензия бесплатная, для этого вводим ваш email и запрашиваем лицензию. После того, как вы подтвердите свой email, панелька активируется. Все готово для того, чтобы настраивать сайты. Добавляем наш первый сайт wp.canarit.ru. Сразу переходим в настройки DNS нашего. Добавляем домен третьего уровня wp и IP-адрес нашего сервера.
выбираем прокси и сохраняем. Теперь по адресу wp.canarit.ru ваш браузер будет запрашивать сервер с этим IP-адресом. Продолжаем настраивать панель. База данных нам пока не нужна, поэтому мы не создаем, а создаем только сайт. Далее, пока не делаем резервные копии. Далее, все, нам дали данные нашего сайта. Тоже все данные копируем, чтобы потом не потерять. И проверяем, работает ли наш сайт. Набираем wp.canarit.ru. Наш сайт успешно работает. Теперь мы можем установить туда WordPress или любые другие системы, которые вам нужны. Вот такая красивая FAST-панель у нас установлена на виртуальный сервер. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк и подписываться на мой канал. Здесь я делюсь своими знаниями, как я веду сайты на WordPress.